Привет, друзья! Это снова я. Меня зовут Дина. Пока у меня дома такая тишина, что так редко бывает, думаю, решила я показать вам, что у меня есть на стеллаже, что уже отцветает. Сейчас, кстати, буду орхидейки поливать. Они уже вот прям мягенькие. У меня прям по расписанию каждые 11 дней. Вот на 11 день я поливаю. Вот сегодня как раз. Я вам хочу показать. Здесь у меня малыши. Это после того, как я вернулась, я их сюда установила. Так пошли в ростик. Интересно, вот это вот дисхидия. Иоланд. Просто у меня здесь название вверх ногами. Вот такая, смотрите, я ее тогда череночек разрезала на несколько, она у меня уже пошла в рост. Что у меня здесь еще в рост пошло? Вот эта хойка. Сейчас, кстати, их тоже полью. Макрофила Potter Gold. Вот даже почечки набухают. Ладно, не буду показывать. А вот мини-бель. Меня смущают вот эти два листа. Она пошла тоже активно в рост. Это мини-бель сплэш. Вот они, сплэшные листики. Два листа пошли без сплэша. Вот эти два пока еще непонятно. Они еще такие молоденькие. Но вроде вот здесь вот как бы есть. Да, сплэшек. Вот, в общем, если они у меня будут без сплэша, я их срежу. Вот это ир. 26 или 27, уже не помню, смотрите, сколько точек роста. Сейчас точно буду все поливать. Вот, вот эта дисхидия тоже у меня. Вот эти листики выпустила. Вон там еще растет. Вот они, красавчики. Это дисхидия херу. Так, сейчас наговорю. Херсута, все правильно, желтая. Все правильно я хотела сказать. Вот молоденькие листики такие мягенькие, а такие уже, которые взрослые, плотненькие. Хойка Кармелай тоже в росте пошла. Вот эту показывала ритузу в росте. Вот эта, которая у меня обскура на фитильном поливе сама себе посадила. Я вчера и водички добавила. И слишком много. Немножко надо брать заколочку. Она у меня корни пустила, а вот ростиков нету. Но процвела. Не пойму, вот это что такое у нее на цветоносе. А может быть такое, чтобы с цветоноса рост пошел, как будто такая вот пипочка. Вот это непонятно, ладно. Матильда, кажется. Матильда, все правильно. Тоже так интенсивно пошла в рост. Вот это мне нравится. Это дисхидия обскура, а другая была у меня дисхидия. Смотрю, вот у нее такие плотные листочки, все хорошо, а вот у меня как тряпочки. Думаю, дай посмотрю корни, а у нее корней практически нет. Это я ее залила, и она у меня сгнила. Смотрите, здесь у меня вот такая распускается, хотела сказать, орхидейка, фиалочка. Не знаю, что за сорт, есть в излишках две штучки. Сорт не вспомню. У нее такая красивая варикатность, она такая есть розовая, это вот как будто, ну, не знаю, с чем сравнить, желто-зелененькая такая. Вот это мне даже больше нравится, чем сейчас покажу. Вот у меня есть еще одна, это тоже красивая мини-фиалка Антошка, она уже отцветает. Вот у нее здесь чисто белая, даже с розовинкой варикатность, а вот здесь совсем другая. Вот это мне как-то больше по душе. Вот. Давайте вниз. Без движений просто стоит, но хоть не умирает вот этот лист. Меридичи или меридити, как ее правильно не скажу. Тут у меня... Не вспомню. Не вспомню. Тут не буду врать, потому что не помню. Так, вот еще у меня дисхидия. Или он сердец, тоже она у меня кони. Корни. И кони хотела скинуть, и корни скинула. Я ее
по новой укореняла, но вот она пошла в рост. А тоже думала, помрет у меня. Еще у меня здесь есть, знаете, что вот такая хоечка цанги, она такой классный у нее лист. Пошла она у меня, укоренилась. Я ее просто из теплички вытащила. Может, зря вытащила. Ну вот вроде как бы что-то тут наклевывается. Но обратно ставить уже ее в тепличку, наверное, не буду. Не вижу смысла. А вот эта церапегия Глория, Сильвер Глория, мне очень нравилась и нравится. Она у меня укоренилась. Но у меня такое чувство, что вот... что вот тут вот пошла какая-то не Сильвер Глория. Вот еще вот эти первые листики. Да? А остальные мы посмотрим. Еще хочу вам показать вот этот вот у меня. Сейчас я вам развяжусь и покажу. Так, смотрите. Это из последней посылочки. У нее очень, кстати, классный лист. Я не знаю, вас не сказала, кто это. Это у нас Хоя Бахой. Собак. Ой, вот такая. У нее очень красивый лист. Вот не видно на видео, он, не знаю, как объяснить, тут переливается классно. Но он мягкий стал. Я ее получила в последней посылке. Я показывала распаковку. Все нормально. И вот рост идет. Видите? Вот, и пересадила из кокоса, они были укоренялись в кокосе, там уже были корешки, посадила в свой грунт, но через какое-то время заметила, что лист стал прям вот как тряпочка, мягенький-мягенький. Я прям это испужалась, вытащила его из горшочка, корешки там есть, корешки нормальные. И теперь я его прям принесла сюда на первый этаж, в пакет, у меня здесь два стакана. Вот, видите, корешки есть. Вон они. Видно, да, что корешочки, корешутки есть. Два стаканчика, то есть как бы вода к ней не приходит. Водичку налила сюда в пакет. И чтобы влажность была побольше, завязала в пакет, держу под наблюдением. Вот. Ну, мне кажется, что вот сегодня с утра я принесла, он был вообще тряпка-тряпочная. Сейчас мне кажется, что получше. Так, дальше что здесь еще у меня вот это дисхидия, раскаленное солнце и писция, ничего начинает обрастать. Здесь поставила свои орхидейки, потому что мне показалось, что они начали на солнышке, на подоконнике гореть. И сейчас буду, кстати, поливать. И вот здесь у меня, видите, это же, кажись, цветонос, да, лезет? Потому что вот тут вот, мне кажется, что это цветонос. И вот тут вот, так. Ну вот как бы, знаете, лопнула, как почечка такая. Может быть, здесь тоже полезет, я так надеюсь. Это у меня Плеодора. Там тоже, но там без изменений, там ничего нету. Вот, это, кстати, орхидейка, которая в 1,7 приходили размером, и мини-марк вместе с ними, он уже расцвел. Мини-марк, вот, выпустил, у меня уже распустил второй цветочек. Самое интересное, мне все мои домашние говорят, что он пахнет, а я одна единственная не чувствую. Он говорит, не сильно, не навязчиво, но пахнет. Я прям носом, чуть ли не вот в него, внутрь, ничего мне не пахнет. Вот. Вообще их покупала как парфюмерная фабрика, которые должны пахнуть. Значит, ну вот эти недавно я вам показывала. Это эвкалипт лимонный. Я, кстати, вчера всех обрабатывала от клеща, проливала октары и пробрызгивала, потому что увидела здесь мушки, такие мушки, пару мух черненьких, маленьких. Вот эти вот показывала, да, недавно. Хотела сказать, дисхидия пепероми. Обрезала свою фиалку, она даже еще с цветами, кинг трэше, которая мне очень нравится. Она уже прям изрослась, и вот эти последние листики, мне кажется, эти тоже надо будет обрезать. Они такие мягенькие, как эти,
как тряпочки. Вот здесь нормальные листики, вот эти вот тряпочные. Вот. Тут их тоже обрезать. Вот такая еще фиалочка цветет. Ну, это обычная не сортовая. Вот там у меня еще дисхидия пилеи. Все дисхидия. Пилея депресса разрослась. Это мне в подарочек давали. Одну веточку разрослась, так неплохо. Вот такой вот у меня обзор. Тут тоже набирает опять повторно бутоны. Это Айсидора, ЛГ Айсидора, кажется. Фиалка называется. Дикий лес тоже. Ну, вот дикий лес, я прям вот сижу и думаю, может быть, мне его отдать кому-нибудь. Вот эти сейчас цветочки срежу, уже отцвела. Пеперомия. Вот все хотела я ее пересадить все-таки по весне, потому что уже видите вот эти вот старые листики. Вот. Ну, не видно, что уже. Просто стареющий лист. Или пободрать ее, или не знаю, или пересадить даже как-то так вот. Что у меня еще здесь поставила? Вот этот папоротник. Так, придется с него. Венерин волос, который называется. Как по-другому? Я его сушила. Обрезала под корень. Вот он отпускает новые веточки. Как называется? Сингониум White Butterfly. Ну, тут тоже мое такое. Это зеленые черенки. Надо полить тоже мягенькие. Ой, сухарь вообще. Со своего филодендрона. Блин, Макс. Снимаю черники. Зеленые вот высадила. Вот так вот. Дальше. Вот еще тоже фиалочка цветет. Нежная сирень уже тоже по второму или по третьему разу. Вот. Убирает бутоны. Бугенвилля. Такой дохлый черенок был. А дохлый был из-за чего? Из-за того, что вот этот был основной листик. Такие бесхлорофильные листики, ну, как бы, веточки, они не жизнеспособны. Была только маленькая вот эта ветка и вот этот основной. Но долго-долго сидела, пошла. Я ее сейчас, прям была такая длинная, я ее сейчас обрезала. Кстати, мамашка вот эта зацвела. Просто надо стоять на улице, все никак не дойду показать. Еще одна. Это у нас магический шар. Эписция тоже цветет. Старается. Эписция осталось у меня немного. Наверное, штучки 4. 4 или 5. Там на низ тоже установила орхидейки. Ну, которые у меня не цветут. Которые у меня вот там вот две реанимашки, которые я уничтожила благополучно. Теперь реанимирую. И филодендрон. Краснеющий поставила сюда, потому что здесь у меня стояла монстерка, ну не монстерка, рафидофор этот расперма, я ее установила, пересадила, показывала видео. Вот такой у меня небольшой обзорчик. Рассказывайте, как у вас проходит конец лета. Лето прям вообще так пролетело, мне кажется, что вот прям как... Кстати, бугенвилли и белые череночки, кому нужны, они хорошо укоренились. Вон, корней полно. Просто у меня уже, наверное, штук 5 их есть. Куда мне их столько? Кому нужны, отправлю. А если у меня что-нибудь купите, подарок отправлю. Вот. Пишите мне в комментариях, как заканчивается ваше лето. Как оно быстро для вас пролетело или не быстро. Для меня прям вообще очень быстро. Я прям как это... У меня сейчас сын поступает. Старший в вуз поступил уже. Вот. Младший после 9 класса тоже в колледж. Дочка в первый класс, другая в 8 класс. Еще у нас художественная школа, танцы, рисование. В общем, весь набор, и я прям просто разрываюсь. Видите, вот еще мне какую красоту младшая дочка сделала. Все, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен сделал еще канал о нашей жизни, просто жизненной. Ссылки все внизу, группа ВКонтакте. Все есть. Всем до новых встреч. Пока-пока.